Да нет, это не они. Ребят, ну вы даете. Привет. Привет. Судя по тому, что и как с вами происходит, думаю, материал у меня будет просто бомба. Мы стараемся. Я вижу. Руслан, спасибо огромное. Извините еще раз, что мы вас дергаем. Просто не к кому больше обратиться. Так, прекрати извиняться и давай уже переходить на «ты». Привыкай. Сейчас едем ко мне, перекусим и решим, что делать дальше. Знаете, у меня возникла другая идея. Жаль, что она мне раньше в голову не пришла. У моего профессора Погодина есть дача за городом. Он сейчас за границей. Там нас точно никто не найдет, и, думаю, профессор будет не против. Так поехали. 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 Слушай, Наташ, если Влад слышал, как Алексей говорил, что ты в курсе всех его дел, а ты на самом деле не в курсе. Выходит, врал либо Процюк, либо твой муж. Если бандит Топоров давно мертв, Процюк не был заинтересован в смерти твоего мужа, значит, выходит, у нас больше нет подозреваемых? У нас есть еще одна зацепка. Машина перед взрывом была в автосервисе. Чего же вы молчали? Наташа только сегодня утром об этом узнала. О каком автосервисе идет речь? Квитанция в сумке, а сумка у бандитов. Сеть автосервисов MasterKluch.com. Возле стройки Dream Invest. Здорово. Значит, завтра с утра заеду в этот автосервис и узнаю, кто занимался вашей машиной. Вот тогда и будем решать, что дальше. Этот поворот или следующий по трассе? Дальше. Там должна быть развилка с указателем «Масляки», потом еще 2 километра по грунтовке. А кто этот твой профессор? Один из ведущих специалистов нашей страны в области создания синтетических ароматов. Мой учитель и удивительный человек. Держи. Пригодится. Руслан, спасибо огромное за помощь. Мой дед, а ему 93, говорит, что если хорошие люди перестанут помогать друг другу, то на земле вообще капец будет. Судя по лексике, у тебя продвинутый дед. Я тоже стараюсь. Спокойной ночи. Спасибо. Давай. Счастливо. Спасибо. Дома. Илья Михайлович тут разные травы сушит, экспериментирует с ароматами. Ключ не прячет. Так что нам повезло. Посвети. Света, как обычно, нет. Попробуем найти свечи. Спички. Надеюсь, хозяева нас простят. Держи, переоденься. Больше ничего не нашла. Вот только чай и сахар. Спасибо. Такое ощущение, что мир замер, есть только мы и эти запахи. А помнишь, я тебе обещала рассказать секрет индейцев майя? Да. Просто они, когда хотели запомнить что-то очень важное, не просто запомнить, а по-настоящему, со всеми подробностями, ощущениями. Они вдыхали аромат, определенную смесь трав.
Потом убирали эту смесь в мешочек. Просто по прошествии времени могли достать, вдохнуть и вспомнить. Я бы, наверное, хотел сохранить аромат сегодняшней ночи. А ты? Не знаю. Чего же не понимаю? Доброе утро. Ты где это взял? В сарае за домом нашел. Ты понимаешь, что ты стащил ценные заготовки профессора? Я совсем чуть-чуть, их же там много. Я конечно, не знаю, что я принес, но запах просто невероятный. Пахнет, правда, удивительно. Летом и медом. Это точно зверобой. Что тут еще? Пижма. Как удивительно. Еще ты стилистник. Лаванда. Слушай, просто настоящий аромат, он открывается постепенно. Удивительно. Я думаю, твой отец был прав, когда дал тебе возможность выпускать на заводе парфюм. Извини, я что-то не то сказал? Ну, ты прости, если... Нет, все хорошо, правда. Просто у меня с этим парфюмом ничего не получается. Хотя я очень старалась, правда. Пыталась как-то, ну, чисто на технике, на каких-то старых наработках, но настоящего живого аромата нет. Почему? Ну, не знаю, наверное. Как-то я вычитала у Эрнеста Бо. Это создатель духов Шанель номер 5. Что настоящий аромат — это гармония. Наверное, невозможно создать букет ароматов, если не чувствуешь гармонию в себе. Я думаю, у тебя все получится. Спасибо, Игорь. За окнами трепещут тени веток, играешь ты надеждами пустыми. Родился новый день в театре света, но кажется тебе, что ты в пустыне одна, в пустыне в полной тишине. Не можешь выбрать даже направления, куда идти, и жизнь летит мгновением потерянным пути. Нас разделяет с тобой такая долгая ночь, уносит ветер слепой,
слова любви моей прочь. Я буду их повторять тебе опять и опять, но в лабиринтах чужих совсем не слышишь ты их. Я уже говорил, моим любимым ароматом всегда был запах промасленной ветоши. Тут что-то необычное и невероятное. Так пахнет осеннее чудо. Как ты сказала, осеннее чудо? Я хотел сказать осеннее утро. Но мне кажется, сейчас это практически одно и то же. Типа испарились. Да. Да, Владислав Семенович. Дэн, ты как-то говорил, что можешь вычислить местоположение человека по номеру мобильного. Да, есть один варис. Кто? Ну, прога специальная. В смысле, программы. А, понял. Пока. Поехали. Найдите мне номер приемный химкомбинат. Вот здесь я посмотрю, кто приехал. Главное, ничего не бойся. Привет. Привет, отшельники. Наташ, ты красивая. Да что, журналисты так хорошо зарабатывают, что могут позволить себе каждый день менять машину? Хорошая шутка. Но, во-первых, это не моя машина, а приятеля. Свою я оставил на том самом автосервисе. Ну, типа на техосмотр. Должен же я как-то втираться в доверие. А во-вторых, вот телефон. Простенький, но надежный. Руслан, спасибо огромное. Вообще такое ощущение, что мы тебя уже полжизни знаем. Это профессиональное втираться в доверие. Света, привет. Угу. Скажи, я от Климова ничего не слышала? Я просто два дня не могу до него дозвониться. У него все нормально. Думаю, да, раз ни он, ни Наташа не спешат возвращаться. Кстати, твой брат их видел в Киеве. Вот и поинтересовалась бы у него. Ну, хорошо. Я как-нибудь сама решу, у кого и чем мне интересоваться. Значит так, машину Алексея Копылова обслуживал автомеханик Артур Мухин. Ты с ним уже говорил? Нет, он исчез еще в начале сентября. Ребята с работы рассказывали, будто он подался на заработки за границу. Сам он из Обухова. Вот прямо сейчас туда и поедем. Игорь, дай телефон, хочу папе позвонить. Трубку не берет. Наверное, не хочет со мной разговаривать. Но он же не знает, что это ты звонишь. Номер-то незнакомый. Ну да, ты прав. Так, а мне нужно на комбинат позвонить.
Свет, привет. Это Климов. Привет, пропажа века. Слушай, тебя уже все тут обыскались? Я-то, конечно, передам, но ты же понимаешь, что Яворскому это совершенно не понравится. А он в страшном гневе. Хорошо, да. Нет, у него сейчас совещание с немцами. Угу. Наташа, привет. Давай, пока. Тома, нашелся твой Климов. Угу. Он сейчас в Киеве и взял еще 3 отгула. Так у него номер другой. Да, конечно, я тебе сейчас сброшу смс-кой. Здравствуй, Тамара. Нечего было волноваться, у меня все в порядке. Это все, что ты можешь мне сказать? Я 2 дня не могу до тебя дозвониться. У тебя, оказывается, новый номер. И даешь мне его почему-то не ты, а Света. Так получилось. Извини, я сейчас не могу разговаривать. Держи. Все оказалось не так страшно. В городе всего 3 Артура Мухина. Но по закону детективного жанра, ваш окажется по последнему адресу. Так, может быть, сразу с 3-го и начать? Спасибо, старик. Даже не знаю, как тебя благодарить. Если что-то нужно, звоните. Даже если ничего не нужно, все равно звоните. Спасибо. Алло, Богдан? Я не знаю, что мне делать. Эта директорская дрянь уводит у меня, Игорь. Хорошо. Хорошо. Я жду тебя вечером. Добрый день. Приемная директора комбината «Синтез» Дмитрия Яворского. Слушаю вас. Здравствуйте, милая девушка. А скажите, как мне найти Игоря? Климова. Климова. Знаете, я его старый друг. Звоню ему, звоню, а телефон молчит. Так Климов взял отгул, и он сейчас в Киеве, а номер у него другой. А вы не могли бы мне его дать? Знаете, я работаю в Швеции, а здесь проездом. А послезавтра как раз буду в Киеве. Да, конечно. Да, я записываю. Здрасте. Вам кого? Здравствуйте, нам нужен Артур Мухин. Он дома? Нет. Что вам еще нужно? Ваш муж автомеханик? Ну, допустим. Он работал в Киеве в сети автомастерских «Мастер-ключ»? Да, в чем дело? У нас к нему очень важный разговор. Нам в сервисе сказали, что он домой уехал. Ну, так ищите его там, где у него теперь дом. Здесь его не было уже 3 месяца. Я сейчас полицию вызову, ну пошли отсюда! Послушайте, пожалуйста, у меня в автокатастрофе муж погиб. В сервисе нам сказали, что накануне его машину ремонтировал ваш Артур. Вы хотите сказать, что Мухин в аварии виноват? Мы не знаем. Нам нужно задать ему несколько вопросов. Пожалуйста, помогите его найти. Пожалуйста. Да у этого Мухина столько баб было, что я и знать не знаю, где искать его. Да неинтересно мне, если честно. Катька вон. Говорила, что в конце лета видела его с хозяйкой магазина Джулия, который на Ломоносова. В ресторан к ней ходили, а она там администратором работает. Ну вот, несколько раз были мерзавцы. Может, у нее живет дома, не знаю, может... Другую дуру нашел. Понятно. Спасибо вам большое. Спасибо. Руслан был прав. Нужный нам Мухин оказался по последнему адресу. Слушай, давай, может, я сама попробую с ней поговорить? Давай, я здесь подожду.
Мы уже закрылись. Не стучите, пожалуйста. Девушка, мне нужна хозяйка магазина. Я вас слушаю. Я ищу Артура Мухина. А, я не знаю никакого Мухина. И магазин закрыт в связи с полной распродажей. До свидания. Девушка... Говорит, что не знает никакого Артура. Мне кажется, она врет. А если Мухина тоже соврала? Не знаю, мне кажется, она говорила правду. Куда ж ты? Ты что ж творишь, боец? Тебя что, родители не учили, что на дороге играть нельзя? Ты почему один? Где твои родители? Мама в магазине вещи собирает. Сейчас мы едем в Бубновку, а потом летим на самолете за океан. Вадик! Вадик! Давай, беги. Я думаю, нам надо ехать в Бубновку. Есть небольшая вероятность, что Мухин может быть там. Да, очень даже может быть. Тем более, мальчик сказал, они ночью улетают. Поехали. Это какая Юля? У которой близнецы? Нет-нет, у нее мальчик лет 7. А, Вадик. Смотрите, вот видите, через участок шиферная крыша. Угу. Да, хорошо, спасибо большое. Спасибо. Может, надо было с Тарасовым связаться? Что бы мы ему сказали? Что нам кажется, что некий Мухин, который находится неизвестно где, возможно, причастен к гибели Алексея. Другое дело, если мы его найдем. Ну да, ты прав. Побудь здесь и посмотрю, может, он в доме. А как ты узнаешь, что это Мухин? Главное ввязаться в драку, а там посмотрим. Хорошо, я уже, да, я уже собрался, блин, свою карточку. Да, блин. Невозможно. Ташечка, я тебе сейчас объясню. Погиб, я же... Я сама чуть не умерла. А потом, когда я искала того, кто тебя убил, мне угрожали. Я понимаю, но у меня были причины. Господи, это какое-то наваждение. Ровно 6 лет назад, в это же время ты мне те же самые слова говорил. Кто же тогда взорвался в твоей машине? Там же твои часы были, твое кольцо обручальное. Ташечка, мы уедем. Мы с тобой уедем, мы сбежим, и нас больше никто не беспокоит. Слушай. Здравствуй, покойничек. Влад, подожди, давай.
И деньги. На карточке, на банковской карточке Юли. Твоей жены? Да. Давай как договорились, я дам тебе половину, хорошо? У меня нет с тобой никаких договоренностей. Машину я. За эту мразь головой отвечаешь. Вот так встреча. Сюжет достойный пера Агаты Кристи. Все персонажи собрались одновременно в одном месте. План по выводу денег со счетов фирмы искусственного банкротства Протюк продумал вместе с Копыловым, но тот оказался хитрее. Для того, чтобы не делиться с партнером и завладеть всеми деньгами, имитировал собственную смерть. Помог ему в этом оперуполномоченный Белозеров. Он, кстати, подтолкнул его бежать из страны, когда вы начали, так сказать, свое расследование. А вы молодцы, что раскусили. Ну, это не мы, если честно. Это журналист Снегирев. Ясно, знаем такого. Руслан готовит очередной крутой материал. А кто же тогда сгорел в машине Алексея? Автослесарь Мухин. Человек, зарекомендовавший себя отъявленным бабником. Как-то познакомился с Юлией Морозовой, запал на нее, решил склеить. И тут появился ее муж. Алексей Емельянов. В то время как я была женой Алексея Копылова. Они были женаты много лет. Можете представить себе удивление Мухина, когда в его автосервис, расположенный в городе Киеве, приехал Емельянов, но под фамилией Копылов. Тот поразмыслил и решил его шантажировать. Вот тогда Копылов и принял решение его убить. Тем самым решив сразу две проблемы. Избавиться от шантажиста и имитировать собственную смерть. И спокойно жить с настоящей женой и сыном. Кстати, Юлия Морозова утверждает, что она ничего не знает по поводу планов мужа. И, похоже, она не врет. Ее просто подставили. Он попросил Юлю встретиться с Мухиным. На свидание пришел сам, там его и убил. Откуда вы все это узнали? От самого Копылова. Крутой аферист на поверку оказался слабаком. И как вы его вычислили? А мы его не вычисляли. Мы следили за Протюком. Вначале ваш свидетель Прохоров рассказал про него много интересного. Потом один бойкий старичок принес любопытное фото, на котором вас, Наталья Дмитриевна, заталкивают в автомобиль. Ну, а дальше дело техники. Еще раз спасибо вам за помощь. Думаю, папина машина будет с минуты на минуту. Как ты? Нормально. Уже нормально. Наташа. Я свободна. Наконец-то свободно. Слушаю. Да, да, Дмитрий Николаевич, она рядом. Хорошо. Алло? Наташенька, может, ты объяснишь старику, что происходит? Обязательно. Вот приеду и все тебе объясню. Доченька, во что ты опять вляпалась? В любовь, пап. Я вляпалась в любовь.
рядом со мной удивительный, замечательный, самый лучший в мире человек. И я счастлива. Да, и кто он? Игорь? Какой Игорь? Климов, что ли? Да, да, да. Папа, вот твоя машина. Мы сейчас приедем и все-все тебе расскажем. Хорошо? Пока. Вот ведь стрекоза. Ну, ты слышал? Нет. Любовь у нее. Когда у тебя будут дети, держи их в ежовых рукавицах с первых дней. Обязательно. Дмитрий Николаевич, простите. Да. Простите. Может, то, что я сейчас скажу, вам не понравится. Не понял. Но молчать я не буду. Климов – подлец. Подлец и негодяй. Богдан, ты что такое говоришь? Я очень хорошо знаю ему цену. Он банальный бабник, для которого женщина – лишь способ самоутвердиться. Я пытался об этом сказать своей сестре, но она и слушать не хотела. Постой, постой. У них что, с Климовым были отношения? Да, были отношения совсем недавно. Он даже обещал мне жениться, но потом переключился на вашу дочь. Видимо, посчитал ее более выгодной для себя партией. Ну ладно, он заморочил голову Тамаре, но он еще и приручил к себе ее сына. Что теперь будет с психикой ребенка? Разве такие мелочи волнуют таких, как Климов? Нет, им интересна только собственная выгода. Я не понимаю. Дмитрий Николаевич, мне не безразлична ваша дочь. Я бы не хотел, чтобы она страдала. Только начала затягиваться прежняя рана. Ну, да, ты прав. Иди. Простите еще раз. Слушай. Игорюша, Сашка пропал. Как пропал? Мы приехали к Богдану на дачу, Сашка играл во дворе, а потом исчез. Что делать, Игорюш? Успокойся, я скоро буду. Ты все делаешь правильно. Мамочка, спокойной ночи. Спокойной ночи, сынок. Беги. Пап, это невозможно. Хорошо. У тебя же есть его новый номер телефона, правда? Дочка, это плохая идея. Дай мне, пожалуйста, телефон. Слушаю вас. Тамара? Можно Игоря? А, ты знаешь, прости, а Игорь сейчас не может подойти к телефону, он в душе. Ничего, если он тебе завтра утром перезвонит? Я хотела поделиться с тобой радостью. Я сегодня узнала, что беременна. Игорь так счастлив. Думаю, что у нас будет девочка. Второй месяц пошел, представляешь? Представляю. Сашка нашелся? Да-да, все хорошо. Ясно. Ясно. Все будет хорошо. Ты найдешь себе другого. Достойного, умного, красивого. Поверь мне. Что мне делать, папа? Все, все. Твой сертификат действительный еще целый год.
Сейчас ты примешь ванну, выпьешь чаю с медом и пойдешь спать. А я куплю тебе билет, и завтра же ты улетишь в Париж. Ну все, моя хорошая, все. Все, моя, иди. Том, ты телефон мой не видела? Гореша, что у нас там с душем? Все нормально, можете мыться. Куда же я его положил? Ну, откуда же мне знать? Ты правда на меня не сердишься? Нет. Понимаешь, ну я ведь правда обыскала весь двор, я обегала всех соседей, но мне и в голову не могло прийти, что он просто заснул в тренажерной комнате. И как он в дом пробрался незамеченно. Ничего страшного. Главное, что с Санькой все в порядке. А когда Богдан должен приехать? Прости, я забыла тебе сказать. У Богдана дела, он сегодня не приедет. Как же я до города доберусь? Ну, в 7 утра будет автобус, и мы могли бы вместе поехать. Так, до 7 часов утра я точно ждать не буду. Ладно, пойду на трассу попутку ловить. Игорь, ну это же опасно. Ну, а ты, ну, что может с тобой случиться на дороге? Ну, что изменится? Я должен ехать. Спокойной ночи. Саньке утром привет передавай. Спокойной ночи, отменяется. У тебя вылет в 9 утра. Собирай вещи. Богдан отвезет тебя в аэропорт. Помощь нужна? Сможешь? А до города подбросишь? Давай. Доброе утро, Дмитрий Николаевич. Простите за ранний визит, просто телефон потерялся. Если ты сейчас же не уберешься, я выбью тебе зубы. Поверь, я это сделаю. Дмитрий Николаевич, что с вами? Мне нужна Наташа. Я запрещаю тебе даже произносить имя моей дочери. Ты сегодня же напишешь заявление, тебе выплатят тройной оклад. И чтобы я больше никогда тебя не слышал. Уже договорились. Но мне нужна Наташа, я никуда не... Наташи здесь нет. Зачем вы врете, Дмитрий Николаевич? Запомни, я никогда не вру. А моя дочь в данный момент направляется туда, где ей ждут новые высоты, где таким подонкам, как ты, Климов, места нет. Дмитрий Николаевич. Дмитрий Николаевич! Климов, привет. Тебя тоже ни свет ни заря вызвали? Конечно. Если Наталья Дмитриевна летит в Париж, то полкомбината должно не спать. Значит, она все-таки улетела? Ну, да. Точнее, еще нет. Из слов, самолет из слов Неверова, как я понял, будет часов 9.
Чего это Богдан с тобой эти вопросы обсуждал? Так у него аккумулятор сел. Вот я и ездил его прикуривать. Климов, ты что, рехнулся? Стой! Дороги не слетели. Ну не слетели же. Что тебе надо? Мне нужно поговорить с Наташей. Отстань от нее. Ваше романтическое приключение окончено. Не тебе решать это. Я сказал, отстань от нее. Да пошел ты! Ну прекрати. Прекратите оба! В чем дело? Я тоже хочу это знать. Что случилось? Наташ, мы опаздываем, нам надо ехать в аэропорт. Богдан, подождите, пожалуйста, в машине. Я сейчас. Зачем ты приехал? Зачем? У тебя впереди счастливая жизнь. Я уверена, ты будешь прекрасным отцом своему ребенку. Наташ, я ничего не понимаю. Какой ребенок? Игорь, мне Тамара все рассказала. Вы ждете ребенка. Я звонила вчера и был в душе. А, так вот куда делся мой телефон. Наташа, это все неправда. Наташ, мы очень опаздываем. Самолет может лететь без вас, а вас, Климов, ожидает другая женщина. Богдан, я считал тебя порядочным человеком. Жаль, ошибался. Господи, сколько пафоса, а? Наташ, прошу вас. Может, хоть у тебя хватит смелости сказать правду? Какую правду? Богдан! Тамара не беременна. Мне никто не нужен, кроме тебя. Я глупая, да? Да. Если смогла поверить в такое, я все равно люблю тебя. И я люблю тебя. Мой любимый запах. Теперь я точно знаю, как пахнет счастье.